Нажмите для подписки. Подпишитесь на канал Тайо и первыми получайте оповещения о новых сериях. Я ведь волшебная машина и умею исполнять любые желания. О, не может быть! Но ты, кажется, мне не веришь. О, тогда смотри. Вот, теперь убедился? Да! А теперь говори свое желание. Желание... Точно! Я хочу стать взрослым! Взрослым? Да! Будь я взрослым, я бы по ночам играл, а утром высыпался бы! Так это твое желание? И ты не пожалеешь? Никогда! Ну, хорошо. Твое желание исполнено. Она исчезла. Что это было? О, Тайо взрослый! На закате маленькие автобусы играют на площадке. Съезжаем! Эй, ребята! Сито! Вот вы где. Ребята, скоро уже ночь. Всем пора домой. Ну, можно еще немножечко? Немножечко. Пожалуйста. Нет, ночью играть очень опасно. Так что поехали. Ладно. У меня еще есть дела, а вы идите спать. Ладно. Я так хотел поиграть. А куда Сито поехал? Не знаю. Может, он поехал играть? Вот бы я мог ездить на площадку, когда захочу. Хорошо бы. Пора вставать. Ну, Хана, еще 5 минут. Нет, просыпайтесь. Ладно. Как же так? Вот почему взрослые еще спят? А мы должны вставать рано. В конце дня Тайо возвращается на станцию. Почему взрослым можно гулять всю ночь и долго спать, а нам нет? Так нечестно! Бабушка, я могу помочь вам? Мне нужно домой, но у меня колесо спустилось. Ясно. А хотите, я вас довезу? Правда? Отвезешь? Конечно! Бабушка, приехали! Спасибо тебе большое, что довез меня до дома. Не за что! И в награду за твою доброту я исполню твое желание. О, желание! Совершенно верно. Я ведь волшебная машина и умею исполнять любые желания. Не может быть! Но ты, кажется, мне не веришь. Тогда смотри. Вот, теперь убедился? Да! А теперь говори свое желание. Желание... Точно! Я хочу стать взрослым! Взрослым? Да! Будь я взрослым, я бы по ночам играл, а утром высыпался бы! Так это твое желание? И ты не пожалеешь? Никогда! Ну, хорошо. Твое желание исполнено! Она исчезла. Что это было?
прошел ваш день? А? Ребят, вы что? Перестаньте дурачиться! Хватит! О чем это вы? Тайо! Старшая сестренка! Тайо, какая я тебе старшая? Что? Что происходит? Тайо! Привет! Сито! Да? Что-то не так? Не может быть! Сито стал ребенком, а я, значит, стал теперь взрослым! Что с тобой? О, ничего! Слушай, Хана, если не возражаешь, я бы сейчас взял детей на площадку. Взять их на площадку? Да, конечно. Правда? Даже если мы вернемся поздно? Конечно, ты ведь за ними присмотришь, так что я спокойна. Здорово, сработало! Тогда увидимся! И взрослый Тайо повез детей на площадку. Как здорово гулять ночью! Взрослым быть очень хорошо! Не догонишь! Стой! Удрал! Ага! Смотри, Ханна! Попался! Да Сито просто пошутил! Я подумал, за нами правда Ханна пришла? Зачем ей приходить, когда с нами Тайо? Да, Тайо? Да! Сегодня можете играть сколько захотите! Здорово! Приключения Тайо! Отлично поспал! О нет! Я проспал все на свете! Постойте-ка! Я же теперь взрослый, и никто меня не отругает! Так, чем бы мне сегодня заняться? Они до сих пор спят! Как странно! Они ведь опоздают! Эй, Пэт! Руки! Маленькие автобусы сегодня не вышли на маршрут, а люди их прождали все утро. Но дело в том, что они еще спят. Ты должен был их разбудить. О чем ты думал? Ну, я и сам поздно встал. Что? Ты тоже проспал? Но ты ведь несешь за малышей ответственность. Но я же не виноват. Что происходит? Почему проспали они, а ругают за это меня? Так нечестно! Но теперь все ушли, и я могу повеселиться! Тайо! Вот ты где! Нам пора! Куда пора? Как куда? Купить запчасти для наших малышей! Запчасти? И расписание маршрутов еще надо составить. Пойдем! И Тайо поехал покупать запчасти, а потом составлять расписание. А этот можно поставить сюда. Ой, это так сложно! Какой тяжелый день! Сколько у меня было дел! Уже темнеет! Но я же теперь взрослый и могу играть хоть всю ночь! Тайо! Ну что еще? Как что? Тебе пора на маршрут. Сейчас? Ну а почему я? Да потому что малышам нельзя ездить так поздно. Так взрослые автобусы спят, потому что они работают по ночам. Ну же, ты опаздываешь. Езжай. Ну ладно. Я сегодня совсем не отдыхал. Мне уже давно пора спать. Я так устал. Берегись!
чуть не врезались. Смотри, куда едешь. О, простите. Ой. Опасно. Спокойной ночи. Кто так ездит? Ой, наконец-то день закончился. Не думал, что быть взрослым – это так тяжело. Хочу снова стать ребенком, быть маленьким. Что с тобой, Тайо? О, мисс волшебница! Ты ведь, кажется, хотел быть взрослым. Ну, я думал, взрослые могут делать, что хотят, но оказалось, это так тяжело. Я понимаю. У взрослых и правда больше свободы, но и обязанностей больше, намного больше. А вы не могли бы превратить меня обратно в ребенка, пожалуйста? На этот раз не пожалеешь? Ни за что! Ну, так и быть. Желание исполнено. Мисс волшебница, я опять маленький? Поеду узнаю. Привет! Тайо, уже поздно. Где ты был? Мы же говорили, что ночью небезопасно. Ура! Я снова ребенок! Чему это он так радуется? Простите меня! Сито! Хана! Я больше никогда не буду опаздывать! Я буду вести себя хорошо! Ну, ладно. Тайо понял, что быть взрослым не так легко, как кажется. Он был рад снова стать ребенком. Тайо и Дюри – герои. Маленькие автобусы смотрят телевизор. Не с места! Ура! Метеор! Огненный бластер! Коготь огня! Вперед! Молодец! Спасибо, метеор! Все хорошо? Да! Думали, так легко отделаться! Ну вот, торпеда на помощь! Лечу! Ракетный двигатель! Ура! Торпеда! Лазерный луч! Простите, я больше не буду! Мы победили! Мы всегда придем на помощь! Они потрясающие! Тайо и Дьюри очень любят супергероев. Получай! Метеор самый потрясающий! Моя заколка! Нет, я помогу! Дьюри! Огненный бластер! Ну вот! Держись! Спасибо! Нет, хватит! Лазерный луч! Торпеда такой замечательный! Тайо, на помощь! Юри, быстрее! Спасибо, Тайо! Не за что! Поехали! Все хорошо! Спасибо вам обоим! Да это пустяки! Мы всегда придем на помощь! А, поняла! Вы прямо как метеор и торпеда! Метеор и... Торпеда! Правда? Правда! Здорово! Что-то Тайо опаздывает! Смотрите! Супергерои! Супер Тайо! Супер Дьюри! Мы всегда придем на помощь! Что? Супергерои? Мы потрясающие? Правда ведь? У нас супер оружие! Лазерный луч! Получай! Огненный бластер!
прости. Я не нарочно. Умора! Вот смешные! Вы над нами смеетесь? Какие же вы герои! Этой ерундой никого не спасешь! А вот и нет! Вот увидите, мы будем лучше всех! Спиди, Шайн! Они над нами смеялись! Не волнуйся, мы им еще покажем, кто мы такие! Точно! Давай искать, кому нужна помощь! Вам помощь не нужна? Тайо и Дьюри ищут, кому нужна помощь, супергерой! Вам помощь не нужна? О, не нужна! Я Супер Тайо! Я помогу кому угодно! Да? И что ты умеешь? Смотри! Ракетный двигатель! О, нет! Я не хотел! Я всех только рассердил! И я... Тайо! Слышал, вы хотите помочь? А что тебе нужно? Нам нужна ваша помощь! Ура! Ракетный двигатель! Как хорошо! В жару нам работать нельзя. Спасибо! Дюри, побрызгаешь? Освежает! Что ж такое? Метеор – потрясающая миссия! Мы супергерои! Мы придем на помощь! Ребята, поможете? Конечно! У меня важное собеседование, а мой галстук испачкан. Можете постирать? Да! Здорово! Спасибо вам! О, помогите! Кто-то в беде! Вперед! Эй, в чем дело? Уберите листик! У меня экзамен, а он мне так мешает. Вот, теперь все хорошо? Хорошо. Большое спасибо. Всегда пожалуйста. И ни одного подвига. Неужели нет серьезной работы? Стойте, это вы всем помогаете, да? Да, это мы. Отлично. У меня очень важное дело, и мне нужна помощь. А, вот это совсем другой разговор. Лазерный луч! Ух ты, какой яркий! Скоро чемпионат, я должна больше тренироваться, но по ночам темно. А, ясно. Ну что, начнем? Тоже не важное дело. Приключения Тайо. Дьюри, сегодня совершим настоящий подвиг. Да! Привет! Ну, какие вы подвиги совершили? Наверняка никакие. Неправда! Мы вчера весь день работали. Вот именно. Да? И что же вы делали? Мы остужали оборудование и помогали тренироваться. А еще постирали галстук и сняли с машинки листик. Это все? Герой должен быть вот таким. Метеор, следующая серия. В поисках принцессы. Торпеда, вперед! Видел? Вот это герой. Да ну, я и сам знаю. Принцесса? Отлично! Мы уже едем! Слышали? Мы настоящие герои! Все, пора за дело! Вперед! Что-то тут не так! Что? Кошка? Да, вот ее фотография! Пожалуйста, найдите ее! А я-то думал, правда, принцесса! А это имя кошки! Тайо, но это все равно будет подвиг. Да, давай найдем принцессу. Не бойся, мы поможем. Правда? Спасибо. Котенок,
Точно! Я не знаю. А? Это же принцесса! Тано! Едем за ними! Супер Дюри спешит на помощь! Супер Тая тоже! Пропустите! Долго третий! Большая тетрадь! О, проезд на красный! А ну, остановись! Попались! А, что происходит? Вы похитили кошку! Верните ее! Кошку? А! Ты вот об этом? Но это же игрушка! Тай, ты проехал на красный! Но зачем? Мы думали, у них пропавшая кошка, вот и погнались за ними! Это принцесса. Мы ее искали. Как вы ее нашли? Мы полиция. Это наша работа. А зачем вы ее искали? Ладно, как бы там ни было, нам пора отвезти ее домой. Хорошо. Таю и Дьюри решили больше не играть в героев. И все-таки мы не метеор и торпеда. Не все могут быть супергероями. Привет, Тайо. О, это вы. Тайо, Дюри, спасибо вам. Меня взяли на работу. А я заняла первое место. Правда? Поздравляю. Привет. Привет, я тебя помню. Я сдала экзамен на права. И это только благодаря вашей помощи. Ух ты! Здорово! Ребята! Макс! Я хочу вам кое-что показать. Поехали! Смотрите, здание, которое мы строили, теперь готово. Но без вашей помощи мы бы не справились. Да уж, работать было слишком жарко. А я думал, это все пустяки. И все это благодаря нам? Это не пустяки. Вы нам очень помогли. Вы наши супергерои. Супергерои? Конечно, мы всегда придем на помощь. Тайя и Дьюри не совершили подвиг, но они очень всем помогли. Молодцы, ребята. Маленький волшебник Азура. Одним прекрасным днем маленькие автобусы собрались на площадке. Во что будем играть? Может, в салочки? Скучно. Да, в салочки мы вчера играли. Я покажу вам кое-что веселое. Так во что же нам поиграть? Теперь ваша очередь. Тайо надулся, как шар. Кажется, я в порядке. Роги, посмотри вверх. Моя голова. Вы такие забавные. А ты кто? Я Азура из мира магии. Как вам волшебство? Так это сделал ты? Да, разве не забавно? Совсем не забавно. Расколдуй нас обратно. Зачем мне это? Мне пора уходить. Куда это ты собрался? Ты не можешь просто уйти. Все в порядке? Да. Куда он делся? Он пропал. Его зовут Азура. Мы должны его найти. Наступил новый день. Может, попробовать на ней? А? Дождь пошел? Что? Что это? А ну, уходи! Ой, как весело! Спасибо, еще увидимся.
Он такой большой. А я сделаю его еще больше. Ой, эй, стой! Такой большой. Я думаю, это из-за магии. Ага. Что? Это же Азура! Ты! Я его упустил. Нужно посмотреть там. Он должен быть где-то здесь. Да, он! Ребята! Что ты делаешь? Я видел Азура. Того, кто над нами издевался. Правда? Ага. О, вон он! Где? Где? А ну, постой! Подожди! Неужели они за мной следили? Попал я! Почему ты не убегаешь снова? Теперь ты не убежишь. Хватит создавать проблемы! Уходи туда, откуда пришел! Вы, может быть, забыли, но у меня есть это! Куда? Куда она делась? Я из-за вас потерял палочку! Что? Как это из-за нас? Я потерял ее, пока бежал от вас! Без палочки я не попаду домой! Нам это отношения не имеет! Ребят, мне кажется, нам стоит помочь ему найти палочку. Что? Тогда он быстрее уйдет. А иначе он так и будет над нами пошучивать. И правда. Хорошо. Но ты должен будешь уйти сразу же, как мы найдем палочку. Ладно. Ну, погодите. Я буду издеваться над вами еще больше. Что ж, поехали. Маленькие автобусы и Азура вышли искать волшебную палочку. Здесь ее нет. И тут ее, скорее всего, нет. Роги, она там? Нет, не думаю. Раз уж я здесь, почему бы не прокатиться с горки? Прости, но мы же можем чуточку поиграть, пока мы здесь, а? А мы можем? Давайте прокатимся! Я чур первый! Что? Ты же только что катался! Хочу с ними! Азура, хочешь прокатиться с горки? Мне и так нормально. Да? Тогда я пойду один. Да, подожди! Я с тобой! Ну что, готов? Ого! Поехали! Ну как, здорово же! Но не так уж и плохо. Хочешь еще? Да! Маленькие автобусы и Азура позабыли о волшебной палочке и продолжали играть. Это было весело, да? Да! Тебе правда весело? Да! То есть не очень-то? Пару минут назад ты был просто в восторге. Нет, неправда! Пора возвращаться. Хана, наверное, переживает. Хорошо! Ну как же моя палочка? Уже поздно, давай поищем завтра. Хорошо. Тогда поиздеваюсь над ними завтра. Азура остался ночевать в гараже у маленьких автобусов. Азура, а скажи, зачем ты пришел в наш мир из мира магии? Просто я хотел встретить друзей. А, так у тебя совсем не было друзей? Ну, они такие скучные, и им не нравится моя магия. Потому что своей магией ты только проблемы создаешь. Что? Ты даже не знаешь, что я делал! Эй, Азура! Я создаю проблемы? Азура, прекрати! Это не смешно! Я больше не хочу с тобой играть!
Я просто хотел с ними подружиться. Тайо! Маленький автобус! Маленькие автобусы и Азура искали палочку весь следующий день. Ганни, ты нашел? Нет. Куда она могла деться? Да, совсем непонятно. О, это она! Моя палочка! Я ее нашел! Но раз уж я ее нашел, я больше не смогу с ними гулять. Азура, ты ее нашел? Нет. Тогда ее здесь точно нет. Да. Что нам теперь делать? Я знаю. Давайте поиграем, а потом поищем ее снова. А мы можем? Тогда... О! Хочешь посмотреть выступление Джоуи? Джоуи? Кто такой Джоуи? Ты очень удивишься. Джоуи может сделать цветы и птиц даже без палочки. Правда? Я хочу посмотреть! Хорошо. Тогда на выступление! Поехали! А сейчас... Абра? О, кадабра! О! Ничего себе! Разве не круто? Вот это да! В руках ничего нет! А? И вуаля! А я просто дразнил друзей! Но магия может радовать людей! А теперь посмотрим в эту шляпу! Что в ней? Знаю, это будет... Белый голубь? Точно! Обожаю этот фокус! Абра? Кадабра! Что происходит? Кадабра! А что не так? Что случилось? Ничего не происходит. Понятно. Что происходит? Подождите. Что он делает? О, нет! Я не хочу, чтобы все расстраивались. Это не твоя палочка? Ты увидел? Что ж, спасибо, спасибо. Как это произошло? Это же была ты? Да. Понятно. Здорово получилось. Да. Почему ты не сказал, что нашел свою палочку? На самом деле, я не хочу возвращаться в мир магии, потому что там у меня совсем нет друзей. Нет, Азура. У тебя получится завести друзей. Да. Тебе просто не надо над ними издеваться. Да. Видишь, как ты порадовал нас своей магией. Вы правда так думаете? Правда. Так что ты найдешь себе классных друзей, как мы. Точно? Точно! Спасибо, ребята. Думаю, что теперь смогу поладить с кем-нибудь из мира магии. Не за что! Вот вам прощальный подарок! Прежде чем уйти, Азура оставил своим первым друзьям хороший подарок. Увидимся, Азура!